9500 новых мест будет создано в системе дополнительного образования для детей в Тверской области. Они появятся в 61 образовательной организации нашего региона. Среди приоритетных – технические, естественно-научные, физкультурно-спортивные профили. Также будут развиты туристско-краеведческое, художественные, социально-педагогические направления. Всего на реализацию проекта планируется направить 84,5 миллиона рублей. Из них 82 миллиона – это средства федерального бюджета, а остальное – софинансирование из областного бюджета. Благодарны федеральному правительству, президенту Российской Федерации, нам выделили дополнительные суммы средств, порядка 80 миллионов рублей на эти проекты. И в каждом районе появится своя базовая школа с дополнительным образованием. Это аналог нашему Тверскому кванториуму. И в муниципалитете ребятишки будут иметь возможность и не просто обучаться, а получать дополнительное образование. И я надеюсь, что это очень хорошо скажется на общем развитии нашего маленького населения.